Луковицы лилии азиатской изи вальс, принадлежат к группе сортов, не образующих пыльцы и не имеющих запаха. Эти растения одинаково эффектно смотрятся в саду и в букете, сохраняя свежесть до 3 недель. Цветущая лилия изи вальс имеет тонкие, слегка изогнутые розовые лепестки. Цвет менее насыщенный у сердцевины бутона, становится интенсивнее к кончикам листьев, обретая почти малиновую окраску. Стебель лилии достигает высоту 90 см, полностью раскрытый цветок превышает 22 см. Нежным оттенком лепестков растения можно любоваться в июле на протяжении 5 недель. Лилия азиатская изи вальс – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Лилия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола лилия азиатская изи вальс можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания лилии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает лилия азиатская изи вальс в месяц июль-август. Цветы имеют средний аромат. Интересные цветы лилии могут быть до 12 см. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что лилия азиатская изи вальс – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.